На сегодняшний день по области на 7 предприятиях имеется задолженность по заработной плате на сумму более 109 миллионов тенге. По всем фактам инспекции труда проводятся проверки и выдаются предписания. Кроме того, в регионе регистрируются несчастные случаи на рабочем месте, в их числе и летальные. На сегодняшний день у нас по области произошло 16 несчастных случаев. Из них 3 несчастных случая со смертельным исходом, один групповой случай. Ну, групповой случай – это алматинское предприятие, проводили работу в Аксу Технологи, строили фабрику, строят фабрику. Когда проводили эти работы, кран опрокинулся и стрелой стукнуло другое оборудование, на котором находились люди. И один человек погиб, один человек получил тяжелые травмы. Сегодня на 901 предприятии области созданы производственные советы по безопасности труда. Все они призваны не только выявлять нарушения на рабочих местах, но создавать хорошие условия для труда земляков. Нурсултан Ибраев, Дархан Мужубаев, Джахангир Мукамбетов, Кокши, Ахпарат.